Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Nokia XR20 сделать перенос файлов с памяти, внутренней памяти телефона на флешку, то есть карту памяти. Для этого открываем приложение «Файлы», затем выбираем, что мы хотим отправить. Можно, например, отправить скачанные файлы, изображения, видео, аудио и все остальное, что мы тут видим. Давайте отправим какую-нибудь картинку, например, вот эти две. Выбираем их, тыкаем здесь и затем выбираем «Копировать» или же «Переместить в». Можем, короче, копировать или перемещать. Я скопирую. И затем нажимаем «Продолжить». И после этого эти оба файла будут скопированы на карту памяти. Переходим в SD-карта, в папку «Download». И вот они у нас здесь появились. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!